я не помню и не знаю. Вот такое дело, Юра, на приеме. Ну да, потому и они недорого стоят в магазине. Володя, вам микрофончик на красной сумме. Да, я прислушаюсь. Ладно, ребятки, я, наверное, немножечко откланяюсь. Давайте, беседуйте. Я на Сороковке много там побыл, то что перебежал сюда, и вот, Юра, тебе в гости попал. Давайте, все, да, сейчас тут... Часто встречаться, ну и рад всегда слышать. Микрофончик, пожалуйста, Валентина.